ведь этот самый Мбемба был в центре одного скандала. 19 лет он закрепился в Интерлекте, потом... Молодцы, как все это работает. Ну и одно дело Уотфорд и Брайтон, другое дело, когда приехала команда посерьезнее, Манчестер Сити, то все стало понятно. Потери в результате. Нарушение правил. На карточку Денис. Говорит, что первый раз фалил. Зачем сразу желтую показывает? Ну все, Карлос дает Сергранда. И на желтой карточке все закончится. Или это уже свистом? Судьи как не дает пока понять желтую карточку, он достает и показывает. И заканчивается игра все-таки... Победил здесь, казалось, изначально Эрнандес и Кенан Караман, но в итоге было зафиксировано нарушение правил. Еще один опасный стандарт и карточка Ифану Джанако Квичи. Ну, ему нужно спокойнее себя вести. Change is imminent. They've had a series of free kicks from the 20-yard mark. Michael Oliver seeking out the culprit there. Well known to him. А помните, какой у него шанс был после углового? Так, а здесь что начинается? Смешанное единоборство, Илмаз. Турция их, конечно, любит, и особенно в Азербайджане, но сейчас дело может дойти до красных карточек. Бернсен. Тут и против Кокчу. Однако Кокчу. Рот. Рот for Кокчу. For a doorgaan op die net wat te korte bal van je. На сборной России играл, вообще-то. Мирали и Диего Коста не нашли друг друга. Ну, понятно, что это должно было случиться. Демирали снова футболист, он из Турции. Рикардо Маркице, 26-й Томазо Комега, 8-й Матео Ричи, 25-й Джулио Маджоре, 26-й. Так, желтая карточка. Чохан Углон. Кенан. Берабелли салдады милли такымымызда. Чикиеви япта аракет. Сербез Урышку. Segunda mitad, solo 3. Ese reclamo es para tarjeta, no puede hacer eso. Времени-то у Лестера уже даже на то, чтобы просто доставить мяч. Не надо сейчас Мактомину вступать в споры, но тут все равно возникает. Навес бомба. И забирает у Киджа мяч в руки. Очень непростой сейв после удара Ренату Санчеша. Cuidado, Lemar y Malasia. Carrasco ahí. El Lemar, digo yo, Carrasco. Un Carrasco ahí. Uy, se lía. Se lía. Что здесь происходит? Мурико Демиралу нужно успокоиться, конечно. Что там произошло и из-за чего возник конфликт? Attention Moiskin avec Sailar dessus. L'équipe tem menos uma unidade com a expulsão de Boscagli. Com mais dificuldade agora. Mario Götze agora. A Mario Götze fez a gestão mesmo. Sangaré e 19 лет. Сейчас уже 30. Савинчу горячий парень, его лишний раз не нужно заводить. Тоже слегка не брит, но у него классно заточены на эти перехваты. Баллисты, ну и на Фредди здесь. Ha avuto il merito di tenerla in bilico fino al 75esimo. Intanto qui doppia munizione per Caprari. Allora, servia. Davanti a Procello. Can keep it out! And Bournemouth have turned it around in the space of a matter of moments. Hold on a second, Stuart Atwell has blown his whistle. Матчу в первом тайме и Шкодери была такая игра непонятная, да? Махмуд Эрдемир желтый. Так, много, но это...
Чисто, чисто в мяч играл Дерек Демирал. Игрок сборной Сербии опускал голову. Скорее он играл опасно. Поэтому встреча продолжается. A little bit of pushing between Kukta and Soyuncu. And a yellow card for Soyuncu.